Жизнь турецких сериалов бьет ключом. Какие-то завершились, не успев начаться, а какие-то только готовятся к запуску. Компания MediaPim, в свою очередь, готовит для телеканала Fox TV новый сериал под названием «Плотина». Идея сериала «Плотина» взята из одноименного турецкого фильма, премьера которого состоялась еще в далеком 1977 году. Все начинается с безобидной переписки в режиме инкогнито. Назым и Эльсель – главные герои сериала, между которыми такая переписка продолжается достаточно долго. Когда дело доходит до первого свидания, то Назым просит своего подчиненного Архана сходить на свидание вместо себя. Через некоторое время Айсель сама приходит туда, где работает Назым. Это обстоятельство заставит Назыма пожалеть о сделанном, а и без того запутанная ситуация выйдет из-под контроля. Продюсирует этот сериал Фатих Аксой и Ягмур Унал. Интересен тот факт, что Ягмур Унал доводится родной дочерью актрисы Тюркан Шарай, которая играла роль Айсель в 1977 году. На главной роли приглашены Бурак Юрюк и Биран Дамла Йылмаз. Премьера сериала «Плотина» состоится 17 марта на канале Fox TV. Сериал готовится к переводу на русский язык. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.